уважаемые телезрители и зрители в студии. И вновь в эфире телевизионная игра «К доске», и я ее постоянная ведущая Светлана Крючкова. И как всегда, в нашей игре взрослые люди будут отвечать на детские вопросы, то есть на вопросы из школьной программы. Если вы закончили школу больше 10 лет назад, но уверены, что ваши школьные знания крепки, вы тоже можете принять участие в борьбе за главный приз нашей игры, позвонив по телефону, указанному в конце передачи. А сейчас устраивайтесь поудобнее перед экранами ваших телевизоров и не забудьте пригласить к экранам ваших детей, чтобы вместе с ними попробовать ответить на наши трудные и легкие вопросы. Итак, господа игроки, давайте знакомиться. Игрок номер один, пожалуйста, представьтесь нам. Воскресенский Борис, провизор. Вы любите работать в огороде, я знаю, да? Да. И любимые предметы ваши все. А нелюбимых предметов у вас не было. Поэтому надеюсь, что сегодня вам будет нетрудно. Но хочу рассказать вам случай, который произошел с Борисом в школе. Однажды на школьном собрании Боря предложил сделать интереснее урок английского языка. Совет учителю дал. Больше давать творческих заданий. Учитель поблагодарил Борю, сказал большое спасибо и снизил отметку в четверти. Вы, Боря, забыли старинную русскую поговорку. «Не учи ученого, а то получишь отметку ниже на 1 балл». Мы вам желаем удачи в сегодняшней игре, Борис. И игрок номер 2, пожалуйста, нам представьтесь. Игнатенко Ирина, врач. Врач-кардиолог. Да. Все сердечники сегодня могут быть спокойны. Ну, как это и подобает женщине, любимый предмет у Ирины – литература. Я надеюсь, что мужчины сегодня поведут себя как надо и уступят вопросы по литературе именно вам. С Ириной в школе произошел очень забавный, с моей точки зрения, случай. Однажды на уроке геометрии, она вообще человеколюбивая, альтруист, она любит поддерживать своих товарищей, она решила подсказать однокласснику и стала ему шептать: «Тупой угол, тупой!» На что одноклассник повернулся и сказал: «Сама ты тупая!» И целую неделю с Ирой не разговаривала. Я хочу предупредить всех присутствующих в студии сегодня, что если Ирина кому-то чего-то сегодня попытается подсказать, пожалуйста, не воспринимайте это как личное оскорбление, а только как желание подсказать вам что-то хорошее, только исключительно как дружескую помощь. Мы желаем вам удачи в сегодняшней игре, Ирина. Спасибо. И игрок номер 3, пожалуйста, представьтесь нам. Леонид Кулямин, горный инженер-геолог. В настоящее время пенсионер. И как положено пенсионеру, любите дачу, любите ловить рыбу. Школу закончил Леонид с серебряной медалью. В этом году юбилей, не будем говорить, сколько лет назад вы закончили школу. Любит физику, не любит историю. Ну, понадейтесь на ваших соучеников, что они отберут у вас эти вопросы. Леня вообще в школе был радиолюбителем, да? И организовал школьное радио. Его с каждого урока отпускали на 5 минут раньше, чтобы он добежал до своей радиорубки и поставил музыку, которая звучала на переменах. А иногда еще по этому радио проводились интервью с интересными людьми. Ну, сегодня уйти с нашего урока пораньше у вас не получится. Мы все уйдем отсюда вместе. Желаем вам удачи в сегодняшней игре, Леонид. Спасибо. Правила нашей игры очень просты. Я буду проводить у вас 2 урока, а потом принимать экзамен у победителя. На первом уроке вопросы будут нетрудные. За ответ на легкий вопрос вы получите 3 балла. За ответ на более сложный, соответственно, 4 и 5. Тот из вас, кто даст неверный ответ, лишается этого количества баллов. Название предметов перед вами на доске. Вы сами выбираете предмет и сложность вопроса. Тот из вас, кто наберет наибольшее количество баллов, получит право на сдачу выпускного экзамена и возможность выиграть главный приз нашей игры – замечательный ноутбук.
Я предупреждаю, Ирина, и еще раз вас, при всем вашем человеколюбии, подсказывать у нас сегодня нельзя ни тупым, ни острым, поэтому выгоню из класса. Правила ясны? Тогда, господа, к доске! Игрок номер один Борис Воскресенский называет предмет и насколько он в себе уверен. Физика плюс химия на 4. Какие вещества имеют в своей основе сложные эфиры глицерина? У вас есть на обдумывании 5 секунд. Время пошло. Сложные эфиры глицерина имеют спирты в своей основе. Ну, из спиртов получается глицерин и из кислот. Нет, ответ неверный. Кто знает верный ответ? Никто не знает. Правильный ответ – жиры. Ничего, ничего. Мы начали с неправильного ответа, но у нас впереди еще 2 урока, Борис. Мы не будем огорчаться. Ирина, пожалуйста. История 4. Какие 2 города погибли в результате извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры? У вас есть 5 секунд. Помпеи и... Геркуланум, по-моему. Помпеи и Геркуланум – древнеримские города. Везувий – действующий вулкан в Италии возле... Неаполя. Спасибо, вы получили свою первую положительную отметку, 4. Я вас поздравляю. Леонид, выбираем предмет. География на 4. Какой город является столицей Алжира? Мы не берем 5 секунд. Отвечаем. Город Алжир. Город Алжир! Сейчас население страны составляет почти 30 миллионов человек. Из них 2,5 миллиона живет в столице Алжир. Молодец, Леонид. 4 балла у вас. Плюс 4 плюс у Ирины. Минус 4 у Бориса. Но мы сейчас этот минус ликвидируем. Выбираем предмет. Физика плюс химия на 5. Что измеряют пиронометром? 5 секунд. Время пошло. Итак? Не помню. Кто-нибудь помнит, что измеряют пиронометром? Никто не помнит. Интенсивность солнечной радиации, падающей на горизонтальную поверхность. Ничего страшного, мы не падаем духом, Борис. Ирина, пожалуйста. История на 3. История. Как называлось русское войско 16-го, начала 18 веков, вооруженное огнестрельным оружием? 5 секунд, время пошло. Стрельцы. Стрельцы, стрелецкое войско, образованное в 1530 году при Иване IV. Абсолютно верно. И вопрос выбирает Леонид. Биология на 4. Как называется тип взаимоотношений? Взаимовыгодное сожительство организмов разных систематических групп. 5 секунд. Точная формулировка нужна. Время пошло. Симбиоз. Да, Леонид, симбиоз – это верный ответ. И, пожалуйста, Борис, какой предмет вы выбираете? Математика на 4. Математика на 4. Как называется способ решения задач, точно предписывающий, как и в какой последовательности получить результат? 5 секунд, время пошло. Алгоритм. Абсолютно верно. Алгоритм происходит от имени арабского математика Аль-Хорезми. Алгоритм. Ирина, пожалуйста. Литература на 4. В каком произведении Николая Васильевича Гоголя действует экзекутор «Яичница»? 5 секунд, но они вам не нужны, я чувствую. «Женитьба». «Женитьба». Пьеса «Женитьба». Абсолютно верно. Иван Павлович «Яичница». И у вас плюс 11 баллов, Ирина. Плюс 8 у Леонида, и он выбирает предмет. География на 5. География на 5. В какой стране протекает только одна река?
но зато одна из величайших в мире. 5 секунд, время пошло. Это страна Египет. А река? Нил. А река Нил, современное название Эль-Бахр. Слово Нил происходит от греческого названия реки Нилос или Египтос. Отсюда название Египет. Правильно. Ну, Борис, мы с вами должны выбраться из минуса, как хотите. Биология на 5. Назовите единственного естественного врага морских слонов, одного из крупнейших ластоногих. 5 секунд, время пошло. Тюлень. Нет, это не тюлень. Как называется? Никто не знает. Называется касатка, водное млекопитающее семейство дельфинов. Ирина. Литература на 5. Кому принадлежит фраза «Голова моя машет ушами, как крыльями птица»? 5 секунд на то, чтобы вспомнить. Время пошло. Пожалуйста, зал молчит. Нет ответа. Сергей Александрович Есенин, цитата из поэмы «Черный человек». «Голова моя машет ушами, как крыльями птица». И рифмуется она со строчкой «Черный, черный человек на кровать ко мне садится». Мы продолжаем нашу игру. И Леонид, у которого плюс 13 баллов, он сейчас лидирует, выбирает вопрос. Закончим географию на 3. Как называется твердая ледяная корка на поверхности снежного покрова, образующаяся в результате ветрового уплотнения или подтаивания верхнего слоя снега с последующим замерзанием образовавшейся воды? Вам не нужно 5 секунд, и ваш ответ? Это наст. Наст! Конечно, наст. Да. А наст на поверхности снега, лежащего на морском льду, называется слут. Борис, надо догонять Леонида. Математика на 5. Какое число является свободным членом уравнения 3х в кубе плюс 42х плюс 2 равно 5 секунд? Время пошло. Нет ответа. Нет ответа. Это число 2. Свободным членом называется число, не содержащее неизвестного. В данном уравнении это число 2. Мне кажется, что вы просто очень волнуетесь, Борис. У меня такое ощущение. Ирина. Литература на 3. Литература на 3. Назовите автора поэтического сборника «Игрушки», изданного в 1936 году, в который вошли стихотворения «Мишка», «Зайка», «Кораблик», «Бычок» и другие. 5 секунд, время пошло, и вы знаете ответ, его знает каждый ребенок в нашей стране. И я этот думаю, автор? Я думаю, что это Агния Барто. Агния Барто! Пожалуйста. Краеведение на 4. Краеведение на 4. Как называется залив, на побережье которого находится город Владивосток? 5 секунд. Но вы знаете, как называется этот залив, да? И мы слушаем. Называется залив Петра Великого. Абсолютно верно. Самый большой залив Японского моря у берегов Приморского края России. А вы там тоже ловили рыбу? Я там ловил морского гребешка. Да что вы! Ну, замечательно. Борис. История на 5. Под каким названием вошел в историю свод материалов всеобщей поземельной переписи в Англии, предпринятой по инициативе Вильгельма I Завоевателя в 1086 году? 5 секунд, время пошло. Нет ответа. Нет ответа, никто не помнит. Вопрос, на самом деле, не очень простой. Это была книга страшного суда, в которой были собраны все сведения, которые ухудшили положение юридического статуса крестьянского населения Англии, вызвали большое недовольство в стране, потому что ранее свободные слои крестьян все оказались зарегистрированными и внесенными в эту книгу страшного суда. Ирина, пожалуйста. Физика и химия на 3. Как называются радиоволны длиной от 10 до 100 метров? 5 секунд, время пошло.
И называются они? Ирина, и называются они... Леонид, правильно поднимайте руки, если знаете. Низкочастотные. Нет, неправильно. Да, Леонид? Эти волны называются короткими. Конечно, короткие волны. Это короткие волны, мы все это знаем. Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне. Правильно? Все знают, что называется короткой, но забыли. Леонид, вы ответили верно, и ваше право выбирать предмет. Краеведение на три. Кто построил этот собор в Петербурге? Вижу, что знает Борис, наконец. Но жду, что ответит нам Леонид. Забыл. Тут вылетело из головы просто. Вылетело из головы. Ну, вылетело, значит, вылетело. Борис первый поднял руку, и так... Воронихин, архитектор. Андрей Никифорович Воронихин по распоряжению Павла Первого. Верно! Павел Первый хотел, чтобы облик храма был похож на собор Святого Петра в Ватикане. Еще у нас осталось три вопроса. Выбирайте любой. Это будут очки, надеюсь, в плюс вам. Краеведение. Этот город называют колыбелью космонавтики, так как в нем жил Константин Циолковский, основоположник русской науки о космосе. Я вижу руку Ирины, но 5 секунд пошло и жду ответа от Бориса. Город на К, но не вспомнить никак. Как так? Вы не помните, как называется этот город? Уже не помню. Ирина, как называется этот город? Калуга. Теперь уже Ирина заработала на вашем вопросе. 5 баллов. Ну что ж, осталась биология и математика. У Ирины еще есть выбор, у Леонида его не будет. Итак. Биология на 3. Какой пигмент придает крови красный цвет? 5 секунд, время пошло. Я рада, что мужчины знают. Ну, это гемоглобин. Гемоглобин, конечно. Вы так удивляетесь, потому что вам кажется ответ настолько простым, что зачем же спрашивать? Леонид, ну вот компьютер за вас выбрал математику на 3. Эта часть математики изучает простейшие свойства чисел. 5 секунд. И называется эта часть? Арифметика. Арифметика. От греческого арифмос – число. К концу первого урока мы подошли с такими результатами. Борис Воскресенский минус 22 балла. Прошу его поддержать. Ирина Игнатенко плюс 14 баллов. И юбиляр Леонид Кулямин плюс 23 балла. Нас с вами впереди ждет еще второй урок, и соотношение сил на втором уроке может измениться. Мы с вами расстаемся на небольшую переменку. Соберитесь с мыслями. Встретимся на втором уроке. Начинаем наш второй урок. На втором уроке все вопросы будут сложнее, поэтому цена ответа на любой вопрос будет 5 баллов. Но и время на раздумье будет увеличено до 10 секунд. Тот из вас, кто наберет наибольшее количество баллов, получит право на сдачу экзамена и возможность выиграть главный приз нашей игры – замечательный ноутбук. Еще раз напоминаю вам, что соотношение сил может измениться, поэтому играют и стремятся к победе все. У кого мало баллов, у кого баллы в минусе. Итак, Борис Воскресенский первым выбирает предмет. Пожалуйста. Биология плюс химия. Как называются пигменты коричневого и черного цветов? 10 секунд на то, чтобы подумать. Время пошло. Да, пожалуйста, я слушаю. Меланины. Абсолютно верно, Борис. Поздравляю вас с первой пятеркой на втором уроке. И так держать. Ирина. История.
Какой русский князь, захватив в 1169 году Киев, не сделал его своей столицей, а приняв титул великого князя, остался жить во Владимире? 10 секунд. Время пошло. Если не ошибаюсь, это Владимир Мономах. И главное, смотрит на меня, кивну я, да или нет. Нет, это неверный ответ. Кто знает верный ответ? Вопрос не такой простой. Это Андрей Боголюбский, великий князь Владимирский, сын князя Юрия Долгорукова. Вопрос был непростой. Эти 5 баллов ушли у вас в минус. Леонид. География. Какое государство Европы имеет площадь 103 тысячи квадратных километров и не имеет при этом сухопутных границ? 10 секунд. Время пошло. Какое государство? Исландия. Верно! Дословно ледяная страна. Со столицей Рейкьявик. Там не были? Нет. Обязательно надо съездить, там очень красиво. Борис, вы хорошо начали, и желаю вам также продолжать. Выбираем предмет. Биология плюс химия. Какое химическое соединение носит второе название плодовый сахар? Можете сразу ответить, верно? Глюкоза. Вот всегда говорю. Фруктоза. Вот есть 10 секунд на то, чтобы сформулировать. Вы поторопились, ответили неверно. Я вас прошу, эти 10 секунд используйте. Ирина, пожалуйста, выбираем предмет. Литература. Этот поэт проводил почти каждое лето в Шахматове, имении своего деда, ректора Петербургского университета. Назовите фамилию поэта. Блок. Александр. Александр Александрович Блок. Абсолютно верно. Церкви Михаила Архангела в Шахматове Блок венчался с Любовью Дмитриевной Менделеевой. И врач, конечно, должен это знать. Молодец, Ирина. Очень удачно выбрала вопрос. Леонид, пожалуйста. Вопрос на засыпку. Как называется вид итальянского театра, комедийные спектакли которого создавались методом импровизационной игры и буффонады? 10 секунд, и время пошло. Мне кажется, это театр буф, так и назывался. Нет, неверный ответ. Кто знает верный ответ? Это комедия дель арте, комедия масок, вид итальянского театра. Борис, я вас прошу, 10 секунд ваши. Выбирай предмет. Литература. В 1735 году он издал свой труд «Новый и краткий способ к сложению стихов российских» и стал одним из главных реформаторов русского стихосложения. Как звали этого человека? 10 секунд на то, чтобы подумать. Михаил Ломоносов. Неверный ответ. Нет ответа, Ирина. Нет ответа. Василий Кириллович Тредьяковский. В этой работе он ввел понятие стихотворной стопы, а на ее основе понятие ямба и хорея. Пожалуйста, Ирина. Общий вопрос. Общий вопрос. Как называют совет кардиналов, собранный для выборов папы? Вижу руку Бориса, но 10 секунд пошло, и я жду ответа от Ирины все-таки. И называется этот совет, не помните как, Борис поднял руку. Конклав. Конклав, что буквально означает «запертые на ключ». Кардиналов действительно запирают в специальной комнате и не отпирают эту комнату до тех пор, пока они не выберут папу. Леонид. География.
На границе с каким государством находится самая южная точка России? 10 секунд, думаем, время пошло. Самая южная точка России находится в горах Кавказа на границе с Азербайджаном. Абсолютно верно, Леонид! И самая южная точка в России – это весьма холодное место, потому что граница проходит по вершине Базар-Дюзю, находящейся на высоте 4466 метров. Молодец! Браво, Леонид! Борис, не торопитесь, я вас очень прошу с ответом. Пожалуйста, выбираем предмет. Биология плюс химия. Биология плюс химия. Как называются организмы, питающиеся органическим веществом отмерших организмов? 10 секунд. Время пошло. Некрофаги. Нет, ответ неверный. Кто знает? Правильный ответ – сапрофиты. К ним относятся грибы, растения и бактерии. Ирина. Вопрос на засыпку. По пьесе какого писателя был в 1973 году снят фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? 10 секунд на то, чтобы подумать и не ошибиться. Время пошло. И наше время вышло. И фамилия этого писателя? По-моему, Михаил Булгаков. Михаил Иванович Булгаков, абсолютно верно. Пьеса называлась «Иван Васильевич». Написана была в 1934-1936 годах. Леонид, пожалуйста. География. На каком острове находятся эти фигуры? Мы 10 секунд думаем. Это остров Пасхи в Тихом океане. Абсолютно верно. А ученые до сих пор так и не поняли, зачем и как изваяли более 600 гигантских каменных статуй люди, живущие на острове более чем на 2000 километров, удаленные от других земель. Борис. Математика плюс физика. Математика плюс физика, которую никто не хочет брать. Как называется натуральное число, не являющееся простым? 10 секунд, время. Как называется? Не помню. Не помню, да. Кто помнит? Никто не помнит. Оно называется составное число. Натуральное число, не являющееся простым, то есть имеющее делители, отличные от единицы и самого себя. Ирина. Общий вопрос. И назовите автора этой картины, подумайте 10 секунд. Время пошло. И автор этой картины... Мане. Нет, ответ неверный. Почему? Да, Леонид? Поль Гоген. Нет, ответ неверный. Это Анри Матисс. Картина называется «Танец» и была создана в 1910 году для особняка Щукина. Итак, Леонид. История. История. Кто занимал пост министра обороны Израиля во время шестидневной войны 1967 года? Хотите ответить сразу, как да. его звали? И как же его звали, мы с вами помним. Его звали Моше Даян. Конечно, конечно. А военная форма и пиратская повязка позволили советской агитации сделать из героя Израиля олицетворение агрессивного сионизма. Вид у него такой, на самом деле, скажем, отрицательного героя. Это был Моше Даян. Пожалуйста, Борис. Общий вопрос. Как называется фильм, созданный Луисом Бунюэлем и Сальвадором Дали в 1929 году? 10 секунд. Время пошло. Итак? Не помню.
Это фильм «Андалузский пес», один из самых известных авангардистских фильмов 1920-х годов. Он почти лишен сюжета и переносит на пленку принципы сюрреалистического искусства. «Андалузский пес». Непростой был вопрос на самом деле, но вы его выбрали, Борис, сами. Ирина, пожалуйста. Вопрос на засыпку. Как называется хлопчатобумажная ткань, окрашенная в красный пунцовый цвет? 10 секунд, время пошло. Да, она называется, Ирина? Не помню. Леонид, как она называется? Она называется кумач. Ну, конечно. Конечно, она называется кумач. Выбираем предмет. История. История. Назовите фамилию этого знаменитого государственного деятеля. 10 секунд, подумаем. Время. Узнали вы его? Если не ошибаюсь, это князь Горчаков. Нет, это не Горчаков. Вы ошиблись. Никто не знает ответа. Это Михаил Михайлович Спиранский, реформатор и законотворец, государственный деятель времен Александра I и Николая I. Ну что ж, у нас осталось три вопроса. И у вас, Борис, еще есть выбор. Математика плюс физика. Математика плюс физика. Как называется замкнутая поверхность, все точки которой равно удалены от ее центра? 10 секунд, все подняли руки. Окружность. Нет, это неверный ответ. Леонид, да, пожалуйста. Это круг. Нет, это не неверный ответ, да, Ирина? Это сфера. Это сфера, конечно. Сфера, что в переводе с греческого, означает шар. Все точки равно удалены. Ирина, вы еще можете выбрать литература или математика. Итак, вы выбираете? Литература. Как назывался литературный журнал, которым с 1868 года и до смерти руководил Николай Некрасов? 10 секунд. Леонид уже поднял руку. Борис поднял руку. Ирина, руку можно вам не поднимать, а просто сразу отвечать. Назывался он? «Отечественные записки». «Отечественные записки» – русский литературный журнал, 19 века оказавший значительное влияние на движение литературной жизни и развитие общественной мысли в России. Абсолютно верно. Ну что ж, компьютер сейчас вам задаст вопрос, Леонид. Тут у нас с вами выбора нет. Как называется акустический шум, составляющие которого равномерно распределены по всему слышимому диапазону? 10 секунд. Время пошло. Это фон. Нет, это неверный ответ. Никто не знает. Этот шум называется белый шум. Таковым, например, является шум водопада, а не какой-то, простите, не фон. Тем не менее, к концу второго урока мы подходим с такими результатами. Борис Воскресенский минус 42. Но это не самый большой отрицательный результат, который был на наших уроках. Так что не огорчайтесь, Борис. Ирина Игнатенко плюс 14. И Леонид Кулямин плюс 23 балла. Ирина и Борис, я хочу вас поблагодарить за интересную игру. Пожелать, Борис, вам больше уверенности в себе самом. Благодарю вас за игру, за самообладание. Все будет хорошо. Вы знаете гораздо больше, чем сегодня нам продемонстрировали. Благодарю, Ирина, вас за игру. Вы в плюсе. Вы хорошо играли. У вас плюс 14 очков. Хочу, чтобы у вас осталась память о нашей сегодняшней игре. И поэтому с удовольствием вручаю вам, игрокам, недопущенным к выпускному экзамену, толковый словарь русского языка Владимира Ивановича Даля. А наш победитель Леонид Кулямин
награждается иллюстрированным толковым словарем русского языка Владимира Ивановича Даля. И впереди нас с вами, Леонид, ждет еще одно серьезное испытание. Выпускной экзамен и дорога к ноутбуку. Вы меня заставляете волноваться не меньше вашего, поскольку вы юбиляр, я очень болею за вас, поэтому волнуюсь. Мы с вами подошли к этому рубежу. Мы с вами всего в шаге от нашего ноутбука. Выпускной экзамен. Перед вами на доске 9 билетов. Вы называете мне сейчас ваш счастливый номер. Мы смотрим вопрос, по какому предмету достался вам на выпускном экзамене. Мой счастливый номер 7. 7. Замечательно. Вам достается вопрос по литературе. Все мы знаем фамилию замечательного писателя, повествовавшего о буднях города Мухуса и о разведении козлатуров. Но немногим известно, что в середине 19 века эту фамилию как псевдоним использовал для своих статей и произведений знаменитый публицист и политэмигрант, автор романа «Кто виноват?». Назовите эту фамилию. Думаем, Леонид. Ну что ж, к сожалению, наше время истекло, и я хочу послушать вашу версию, Леонид. Автор романа «Кто виноват?» – это Герцен. Да, но нас интересует... Вот, но каков его был псевдоним? Вы не помните, да, Леонид? Нет, не это помню. Фазиль Искандер, созвездие Козлатура. Господи. А псевдоним Фазиль Искандер и псевдоним Герцена был Искандер. Мне очень жаль, на самом деле жаль, что вы сегодня не сможете стать обладателем главного приза нашей игры, нашего замечательного ноутбука. Но я хочу вас поблагодарить от всего сердца за то, что вы прекрасно играли и доставили нам радость и удовольствие всем присутствующим сегодня в студии. Хочу пожелать вам крепчайшего здоровья и еще раз напомнить вам, что вы являетесь победителем сегодняшней игры. Спасибо. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам было интересно играть сегодня вместе с нами и вместе с нами вспоминать ваши школьные годы. Я, Светлана Крючкова, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. До свидания и помните, что ровно через неделю в это же время я опять вызову вас к доске. Готовьтесь!